постоянные участники народных праздников, гуляний, обрядов. Народный самодеятельный ансамбль был образован в 2005 году. Правда, тогда у него не было еще столько заслуг. С очередным отчетным концертом они вновь радуют зрителей. Объединяет любовь к песне. Интересно занять свой досуг, потому что здесь есть и профессор по ГСХ, есть и преподаватель, медсестра, кассир, учитель английского языка. То есть люди абсолютно разных профессий, но объединяет их вот одна страсть к песне. Любовь к песне объединила 7 человек, среди которых всего один мужчина. Профессия Юрия Синельникова даже отдаленно не связана с его творческой деятельностью. Солист ансамбля ежедневно вкладывает сложные экономические задачи и термины в головы студентов, а здесь отдыхает душой. Немного времени уходит на эти мероприятия. Просто раньше все эти выступления были не организованы, сейчас в составе коллектива. Выступаем не только здесь у себя в молодежном центре «Горизонт». Нас приглашают в различные организации на праздники, юбилеи. Это всегда очень интересно. Люди слушают с удовольствием. Определенного репертуара нет. Поют все, что нравится, к чему лежит душа. Но непременно на русский народный лад. Это и коллективное выступление, и сольные песни. Через 1,5 года русская душа будет отмечать маленький юбилей – десятилетие. Обещают спеть самые интересные и полюбившиеся горожанам песни. Кстати, есть новинки и в этом отчетном концерте, которые горожане могли уже слышать с голубых экранов в исполнении певцов Уссурийского городского округа впервые. Ольга Муравьева, Александр Анисимов, Телемикс.